Всем добрый вечер, утро, день, вечер, смотря в какое время суток вы смотрите это видео. Добро пожаловать на канал ЕСЯ. И сегодня у нас игра на очереди, игра 21 года под названием Beyond Mankind. Я могу сказать ее неправильно, но не знаю. Так, сложность игры предлагаю, ну пускай вот так вот будет. Я честно не помню, про что она. А, это, по-моему, шутан, по-моему, или нет. Я не помню. Ну, короче, давайте сейчас смотреть вместе. Язык я поставил вроде русский, субтитры должны быть включены. Вроде как. Вот сейчас посмотрим. До хрена лет назад будущий человек получал случайную генетическую мутацию. Когда зигота начала делиться, произошла ошибка в воспроизведении ДНК. Один из генов превратился в другой. Это привлекло к необратимому последствиям для человечества. 40 тысяч лет спустя этот ген получил название «Что осталось?». Или как-то там. Ген сохранился и распространяется, если его носитель способен устранить конкурентов. Что осталось? Это кумуляторная генетическая мутация. Репликторы какие-то... Ух ты, блядь, с психотическими наклонностью, сосредоточены в небольших закрытых сообществах. Нихуя, ты смотри, блядь. Пока наконец-то этот ген не заявил о себе на уровне фенотипа. Именно тогда началась великая катастрофа. Да. Большой бабах какой-то произошел. Едва это произошло, как технологии были утеряны. Уровень насилия возрос многократно, а процесс естественного отбора... Субтитры, блядь, до конца не дошли. Это стало началом нового средневековья, короче. Но погибли не все. Те, кто находился в колониях на Луне и Марсе, и на космических станциях. В изгнании человечества что-то занялось восстановлением земных технологий, совершенствования... Тут субтитры до конца не доходят, прерываются и хуячат дальше. Пока на... Иди в сраку, все, понятно, тут всем пизда и все. И они пытаются восстановить все это заново. Там распространяется техночрево, из которого на свет появилась генетическая мутация. Эти солдаты и возвращение Земли единственная цель их существования. Угу. Учись у прошлого, живи настоящим, надейся на будущее. Альберт Эйнштейн. Идет загрузочку. О, быстро, быстро. Или не? Или все-таки не? Консул, мы всем с сонатом в удивлении. Эта поездка более хоп на остров Сатана Ганлина была не согласована с нами. А это что, шутан какой-то? Нихуя себе, мышка, подожди. А нахуй мне пропускать? Меню сейчас недоступно. Почему? Дайте мне настроить мышку сразу. Ладно, просто тут пиздец. Чтоб вы поняли, я сдвигаю на миллиметр мышку, она пау, влево. Я в миллиметр вправо, она пау, вправо. Я не знаю, как так вообще. Ёптердер. Я вообще, я не знаю, пальчиками двигать? А да пальчиками все равно. Ух, нихуя, блядь. Да ты что такая резкая? Вы что? Куда отлетим? Как я понимаю, мы направляемся к какой-то космической станции, направляемся куда-то. А, на шарик земной. Чувствую, мы еще въебенимся, если честно, прям нормально. А, не, мы прилетели куда-то, смотри даже. На базу, что ли, какую-то. Это я? Нет, я не шевелюсь. Загружается, пожалуйста, подождите. Да сколько ждать-то можно? Одни загрузки, блядь, видосы, загрузки, субтитры и все. Вся игра. Хм. Хуйтой попахивает. Ну, посмотрим. База Хоуп, остров Санта Каталина, консул, что-то. ВСД, направление мышь. Ебать, он вообще как-то туго ходит. Подожди. Существует всего 54 техночрева, нам не хватает технологий и ресурсов, чтобы построить больше. Так, можно я открою настройки? Так, настройки, управление. Чувствительность камеры. Ну, давайте. А, это все, это минимум, блядь. Ладно, готово. Пиздец, это минимум. Это минимум, блядь, чтобы вы понимали. Я мышку я, короче, сдвигаю вот так вот, блядь. А он на 360 ворочается.
Хуя себе, ебать. Подожди, где я, блядь? Подожди, да где я, блядь? Подожди, в какую сторону? Сюда? Надеюсь, что я не назад иду. Зайдите в главную комнату сразу, когда закончится дезинфекция. Все? Можно меня больше паром не обжигать? Мне обязательно надо стоять здесь или что? И сколько меня будут обсасывать воздухом этим? О! Это устройство вынашивает плод во время вашего развития, а также способы оказать неотложную помощь, когда плод что-то там делает. В самом начале мы хотели создать идеальных людей, но все закончилось потерей всего поколения, так как регенерация этих клеток требовала слишком много энергии. Следующей ошибкой стал отказ от внедрения сознания. Второе поколение пришлось потерять из-за недостатка эмоционального контроля и эпизодов психологического характера. Я понял, можно как-нибудь. К счастью, мы были способны учиться на своих ошибках. Вперед, консул, зайдите в терминал и соблюдайте новые, создайте новые жизни. Не понял, а как ты прыгнул-то, блядь? Ты чё? Ты чё? А? Сюда мы будем новую жизнь делать сейчас. Ух ты, ёптернер. Это чё такое? Это что-то с гомункулом связано. Подожди. Мне нужно, как я понимаю, куда-то что-то наделать, чтобы от меня потом пошло потомство, или что? Это нихуя не тыкается, подожди. Это тоже не работает. Мне это что? А я быстро бегать не могу. Приседать, сесть на Си. Си, понятно. Обить могу. Ух ты, блядь, смотри, ебло, набью. Ну, набью, блядь. Подожди, что мне надо делать? Эта херня не бьется. Так, техночрево. Генетическая программа Хоуп. Каждая клетка человека содержит 23 пары хромосом, которые определяют его черты и признаки. Наша генетическая база данных по большей части основана на золотой эпохе Земли. Дружелюбный интерфейс позволит записать триллионы нулей и единиц в виде кода конфигурации используя ДНК. Итак, начнем. Одна из хромосом определяет пол. Выберите... 23-й хромосом большинство мужчин выглядит как XY. Гены, выбранные для этого пола, улучшают силу и телосложение. 23-й хромосом женщины. Гены, выбранные для этого пола, улучшают познание и восприятие. Давайте будем вот этим. Продолжить. Как я понимаю, я себе либо перса делаю сейчас. Наш вид получен путем скрещивания нескольких древних подвидов в процессе эволюции. Выберите основу. Неандертальцы обитали в Европе, в Ближнем Востоке, так далее. Их мышцы были сильны, конечности коротки, а тела крепки. Этот ген может улучшить силу. Так, они были крупными, широкими губами и плечами, также с хорошим слухом. Этот ген может улучшить восприятие. Стройные и высокие. Его представители успешно размножали, чему способствовала длина и конечности. Этот ген улучшает гибкость. Давайте выберем силу, блять. Будем, блять, танком ебучим. ДНК человека демонстрирует склонности, которые, как считается, являются ответом на изменение питания и климата. Период великих... Так, это чё? Выбор этой способности адаптироваться ко всем видам климата и питания создать выносливых людей. Однако они будут весьма привязаны к своему образу жизни. Так, появление сельского хозяйства, население симулирует на активное распределение народов. Так, бронзовый век, счет изобретения колеса и приручения лошадей в корне изменили процессы перевозки, ознаменовав новый масштабный способ переселения. Давайте вот эту хуйту выберем. Мы добавляем ген регенерации клеток, который ускорит рост в техночреве и обеспечивает иммунитет к новым болезням. Так. Сила – это показатель размера прочности мышц. Она увеличивает объем максимально переносимого веса, повышает урон, наносимый в ближнем бою и возможность устрашения. Так, она добавляет очков здоровья и устойчивости к повреждениям, а также... Нихуя себе. Ух, бля, плотный, сука. А также повышает уровень повышает степень регенерации. С другой стороны, оно ускоряет голод и жажду, ведь крепкое телосложение требует большинство пищи и воды. Оно повышает урон к дальнему бою и его дистанцию. Оно улучшает язык, мимики, жесты, помогает выявить ложь. Так, гибкость улучшает в бою выносливость, она также дает негативный эффект от недосыпа. Так, познание также помогает справиться с моральным истощением. Увеличивать силу убеждений. Короче, блять, либо крепкий, либо сила. Либо, блять, будем сейчас сильным, блять, тупым дураком нахуй. Так, давайте выберем вот эту хуету.
Спустя 10 месяцев эмбрион будет перемещен во вторую, более крупную часть технодрева. Здесь в течение следующих 3 лет мышцы будут стимулироваться электрозарядами, пока зародыш не будет находиться в мире виртуальной симуляции. Так, начнем. 6 групп синтезированы из культур, предоставленных на Земле в ее золотую эпоху. Так, африканец, араб, блядь, европеец. Ну, где, блядь, похуй, европейцам будем. Боевые науки ясно способствуют эволюционному успеху рода Homo. Концентрация улучшает эффективность дальнего боя. Агрессивность повышает боеспособность в рукопашной. Устойчивость помогает переносить повреждения. Гены регенерации клеток будет улучшен. Выздоровление будет проходить быстрее. Давай вот эту хуйту выберем. Видите имя? Есть русский. И русский язык есть. Значит, пишем Евгеша. Блять, я что-то тут лишнее написал. Подожди, Евгеша, о, Евгеша. Вы единственный из тех, кто не входит в братство, потому кому была дарована привилегия принять участие в этом священном таинстве. Мы ценим ваш вклад и желание вам... Ну, понятно, выход. Типа сейчас пройдет загрузка, 9 месяцев. Первое, что услышишь, дождь и раскаты грома. Первое, что чувствуешь, проницание до кости холод. Первое, что видишь, конец времен. И чё? Чё мы сейчас будем делать? Мне дадут побегать и кого-нибудь оттрахать? Отодрать? Давайте быстренько, я готов. Мы сейчас будем в стимуляции, или я уже типа вырос и пошел всех пиздить? Чё такое там будет? Слышу воду. Руины Гента, Бельгия, 2112 год. Здоровье есть, что-то есть. Это сейчас будет ладно. Диггер 4, это второй, согласно радару, в следующей двери. Почему вы все еще там? Потому что ты, блядь, меня уже заебал. Я обыскиваю второй этаж, где-то нахуй. Здесь ничего нет. Диггер 4, немедленно присоединяйтесь к нам. Да ладно тебе, вы ж... Ну, ясно, короче, иди ты нахуй. Второй, конец связи. Так, это что, я могу поднять что-то? Подожди. Что такое? F. Опа-на, смотри, залупень нашел. Ух, блядь, как же тут все. Фу, ёптардер, я как будто не знаю, куда погрузился. А может, мне надо настройки, наверное, громкости. Графика. Давайте поставим на средний, потому что что-то, блядь, тут. Игра вроде как какая-то залупень, но что-то она, блядь, прям. Че, графон применился уже? Не понял нихуя. Простой, симпл, ну да. Чё? Дверь открыл. Ой, блядь. Дверь поеблу дала. Стреляет, гильзы падают. Ну, блин, ну по ощущениям это вообще хуйлала какая-то. Ёбаный рот. А, быстро бегаю. Чё здесь? Дверь открыл. Ёпта, игра какая-то страшная, нахуй. Так, подожди. Погнали, теперь сяды. Погнали вниз. Так, а F5 быстрое сохранение, F9 быстрая загрузка. Блять, да нахуй мне эта информация не нужна, потому что чувствую, я сюда больше не зайду. Блять, вообще что-то жесткач какой. А чё, X уклониться, а? Какой уклониться? Это лезь, блядь, сам ты уклоняешься. От кого ты там уклоняешься? Бочка, блять, и да иди ты, сука. Да дай пролезть, о. Да что, ищите что-то запертый контейнер, попробуйте его взломать. Напиток соискошения. Чё за... А здесь есть какой-нибудь фонарик? Бля, куда ты натыкал? Иди нахуй, как закрыть тебя? Как тебя закрыть? Нашел. Так. Ёб твою мать, блядь. Ты там чё это? Совсем что ли это? Ты кто? Что за барсук, блядь? Крыса, можно съесть? А, тело крыса-мутанта. Ёб твою мать, блядь. Блядь, а чё с паралахами? Я тушку-то забрал. Подожди, это на что я достал нож? Нож 3, карабин 9, кулаки. Карабин, сука, 9! Моя винтовка тыкается на 9! Блять, кто ты эту хуйню придумал? Застряла. Невозможно открыть. Ты вы гоните, чё? А и чё, и как я отсюда буду деваться-то? Кругами мотылять? А здесь темнота, как в... Ладно, в жопе просто. Чё, фонари выключаются? Выключаются, невозможно открыть. Чё ты мне... Здорово, писюны. Грибы съесть можно? Что такое? Нельзя терять время. Мы должны найти планшеты до того, как здесь будут бледные кули.
Я просто искал место, где мы вдвоем могли бы уединиться, сучка. Есть приказ держаться вместе, здесь я командир. Еще раз ослушайся, получишь проблемы. Слышь, а ты получишь поебалу и будешь оттрахана, понятно? Так, ты изменилась с тех пор, как мы спустились. Ты изменилась. Даже не, слушай, я не твоя девушка. Я Диггер 2, а ты Диггер 4. Я твой командир, у нас есть приказ. Ты чё, охуеть? Когда ей леща, нахуй, чтоб это остепенилось? Ты чё? Ты силён и храбр, но ты не готов. Твой партнер не должен тебя брать. Ты чё, сука? Я слишком хорошо тебя знаю. Ты беспокоишься обо мне и думаешь, что это сделает тебя слабой. Ты думаешь... А то есть думаешь, что из-за любви я буду слабее в бою? Я ничем не хуже других солдат. Я накажу это. Сука, будь мужиком, что ты это? Намотай на свой соплёный кулак. Веди себя, у нас нет... Бля, в пизду тебя слушать. Как тебя можно пропустить? Иди ты в сраку, слышишь? Тётя, как тебя пропустить? Так, нет, моя судьба будет быть с тобой, но об этом позже. Ёб твою мать, сколько здесь слюней. Посмотрим, что меня ждет. Есть приказ. Блять, а можно тебя пропустить? Я все понял. Я пошел, сейчас пизды получу и левно находится. Подожди. Где ты там? Общая комната наверху. Ты понятно, пропустись. Наверху меня ждет опасность. Наверху. А что именно мы ищем? Мы ищем планшет, да, блядь, но я уже понял. Что ж ты такой тупой, блядь? Надо было ему столько силы не качать, сука. Блядь, давай это, давай. Принято, все. Все принято, там что-то про отца, там что-то было написано. Че наверху, кого ебать надо? Есть кто здесь? Кого надо трахать? Я тут уже одну мышь отрахал. Ух ты, смотри, какая лобковая кость тут лежит. Так, подожди, что здесь? Шкафчики можно тыкать? Шкафчики тыкаются, это знак хороший. Опа, бухлишка, напиток пива. Это что еще? А? Аптечка, нахуя? А, перейти, выйти в инвентарь, тап, иди в сраку. Так, что у нас еще здесь? Давайте по коморку побегаем. Опять бочки, блядь. О, кашалатка. Сколько мне жрать тут надо будет? Нахера мне вообще тут жрать? Это что такое? Ух ты, блядь, какая я. Веселая залупень. Так, вот. И мне, то есть сейчас тут надо пароль искать. И на люди. А, то есть они еще назад закрываются. Вот давайте ин введем. Ин. If. И. На. Блять, там надо слово вводить. И вот это слово мне надо ввести. Да вы че, блять? Инген. Читу, ингенчиту, ингенчиту, аж слюни полетели, ингенчиту, инген, че, сука, что там за слово, бля, ингенчи, айту, 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 ингенчи, айту, инген, айту, а? Ага, ёпта, дыры, блядь. Маус, чёрт. Ебать, ты кто? Где ты, сука? Ты чё, пёс, блядь? О, сука, один хвост торчит, блядь. Отъебу тебя в жопу, нахуй. Иди сюда. Моё мясо, блядь. Моё мясо, всё, блядь, съем, всё. Ядра, эти карачки полетели. Так, подожди, чё у нас здесь? Что у нас здесь? Да эта дверь, наверное, не фурынькает, подожди. Это здесь что-то тоже не фурынькает, блядь. Себя заколол, нахуй. Подожди. Это тоже не тыкается. Здесь что? Здесь? Блять. Left mouse button, блять. Дверь заклинила, ударьте или выстрелите в дверную ручку. Серьезно? В дверную ручку, блять? Что такое? Бутылка воды. Ага. Напиток пива. Сейчас косеем нахер меня это вообще. Все. Надо было бабе пиво принести. Слышь, косила, может, подобрела. Подожди, это что такое? Ты откуда взялся тут? Откуда ты тут взялся нахер? Я ж вас съел уже всех нахер. Сырое мясо, ты чё? Ты чё, сука? Я бать буду. А ты меня тоже хочешь что ли отодрать или чё? Я не понял сейчас. Я что, по-твоему, тоже сексуальный? Mm. А баба не дает. Она говорит, слышишь, блядь, я твой командир. Ты, говорит, не надо мне тут, говорит, свои шары ко мне подкатывать. Подожди.
что здесь, блядь, как же это все? О, все, всем пиздец, блядь, у меня калаш в руках. Все, всем пиздец, это не калаш, это, наверное, больше на скар похоже, штурмовая написано. Ядра здесь мясо, ё-моё, крыски мясо натаскали. А что это мясо, интересно, ну не знаю, я с собой заберу, не знаю, правда, еще мясо. Тут, слышь, тетя, ни хера не нашел. Что у нас там по времени? 20 минут. Предлагаю сейчас вернуться к бабе и закончить на этом серию, потому что я хер знает, что здесь надо делать. Игра какая-то непонятная, если честно. Так, здравствуйте, женщина. Я ничего не нашел, с вами разговаривать не буду. Я на вас обиделся, потому что вы много о себе возомнили. А можно тебе куда-нибудь в голову двинуть? Подожди. А? Понятно. Ну что ж, предлагаю, короче, на этом моменте завершить осмотр этой игрушки. Непонятные игрушки. Что-то, короче, здесь это вообще мне, если честно, вообще не зашло. Но, возможно, кому-то что-то приколет и понравится. В общем, пиши свое мнение в комментариях. Подержи лайком и оформь подписочку на канал, если ты этого еще не сделал. И не забудь нажать на колокольчик, ведь тогда будешь первым узнавать о выходе моих новых видеороликов. Пиши в комментариях, что тебе понравилось, что, может быть, не понравилось, ведь я читаю все ваши комментарии, по возможности отвечаю на них. Ладно, не буду сильно затягивать. С вами был Еся, увидимся в следующем видеоролике.